Всем привет, дорогие мои зрители, и в этом видосике я для вас подготовил одно очень толковое приложение, которое поможет вам получать информацию о системе вашего смартфона путем настраивания виджетов. И эти виджеты вы сможете самостоятельно настроить. Что ж, давайте начнем. Приложение, которое я для вас подготовил, оно называется Elixir 2 версия. Есть первая версия, она более старенькая, и есть вторая, более обновленная, последняя. Это приложение вы можете без проблем, очень просто и легко по названию скачать в своем Play Market. Вы его скачали, установили, все. Теперь я вам покажу, что и как здесь делается. Смотрите, вот основное меню этого приложения. Можете потом детально с ним познакомиться. Главные фишки. Вот есть приложение. Здесь открываются у нас все приложения. Вы можете их переместить на свою SD-карту, если она у вас есть, со своего смартфона, чтобы не заполнять память смартфона. Вот отображаются все мои приложения. Тут можно их и удалить, и переместить. К примеру, можно получить подробную о них информацию. Можно отключить приложение. В общем, много чего можно сделать с этими приложениями. Дальше, самая классная фишка, от которой мы и будем отталкиваться. Здесь создается отдельный виджет на главном экране и отдельная, тоже небольшой виджет, который будет появляться в строке для уведомления. Вот тут. О, какой-то подписчик, видите, комментариями написал. Я вот таким образом, ребята, отслеживаю ваши комментарии. Спасибо вам большое за активность. Я буду вам очень признателен и благодарен, если вы под этим видео тоже оставите свой комментарий и оставите свой лайк. Итак, смотрите, как создавать строку состояния. Нажимаем сюда. Здесь вы прочитали, вот добавить строку состояния. Смотрите, у нас есть, появляются здесь такие крестики. Вы нажимаете на крестик, и вы сюда вставляете функцию. К примеру, вы хотите здесь видеть информацию о вашей батарее. Батарея, пожалуйста. Вставилась. Дальше. Хотите видеть информацию, температуру вашей батареи по Цельсию, естественно. Дальше. Информацию хотите видеть о внутреннем накопителе. Вот так. Вы это все заполнили. Прозрачный значок. Так, ну это такое, батарея. Название. Так, 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 прозрачный. Тип. То есть вы выбираете цвет красный. Вот, к примеру, видите, окантовка идет красная, внутри которой идет информация. Так, сейчас, ребятки, мы будем с вами, ну давайте, пускай будет желтая окантовочка, и таким образом уже поприятнее видна информация о системе вашего смартфона. Это у нас батарейка, это температура батарейки, это внутренняя память. Видите, в моем смартфоне осталось 26 гигабайт памяти, соответственно, там где-то 30 чем-то уже занято, температура батареи 28. Ну и, соответственно, если вы будете нагружать свой смартфон, будете слушать музычку и играть в крутую игрушку, то, ну, температура батарейки будут подниматься, и нужно будет какие-то процессы затормаживать, чтобы она слишком не перегревалась. Вы здесь выбираете, можете настроить прозрачность. Вот. Вот видите, здесь большая настройка, поэтому видите, прозрачность идет сверху, вы регулируете прозрачность желтой окантовки. И все такое. Здесь можно много функций различных добавить, смотрите сами. Температура, внутренняя, внешняя, частота ЦП тоже можно добавить, к примеру. Так, число непрочитанных имейлов. Вот, можете выбрать почту и вставить сюда число непрочитанных сообщений. Время, дата, будильник, мобильный трафик, Wi-Fi, переключение интернет-роуминга, переключение Wi-Fi. Очень много функций здесь вы можете вставить. Переключение NFC, GPS. К примеру, GPS, включить, выключить. Все. Вы, допустим, все это заполнили всеми необходимыми вами функциями. Потом нажимаете «Создать». Все, виджет создан. Смотрите, вы так опа, опускаете, здесь вы получаете информацию, в общем-то, ту, которую настроили. Включить, выключить, оп. Место расположения сразу вы включаете, отключаете, все четненько. Хотите вы узнать, да, касательно вот вашей памяти, нажали, опа, 26. И, в общем-то, вас перекинуло в приложение. Дальше вы нажали на батарейку, да, вашу.
Вот, пожалуйста, вам сразу информацию о вашей батарейке. Ну и то, что самое интересное, вы в прямом эфире сразу же можете отслеживать все системы вашего телефона, прямо в одной полосочке. Мы с этим разобрались. Теперь давайте сейчас разберемся касательно... И потом вы это же самое дело можете удалить. Вот видите, все удалили. Теперь, что касается виджетов, которые будут появляться на главном экране вашего смартфона. Вот виджет, заходим. Вам предложено скачать приложение виджетов. Вот оно. Вот. Вы его скачали, здесь все пусто. Как вы его должны активировать? Вы нажимаете в пустое пространство вашего рабочего стола, потом выбираете виджет, самый низ листаем, и здесь появилось дополнительное окошко, вот виджеты. Здесь виджеты различной формы, 1.1, 1.2, к примеру, 1.3. Вот так вот вы нажали, соответственно, чтобы он вставился, нужно больше свободного пространства. Я для примера вам сейчас открою, то давай, передвигайся же ты. Да что ж ты, зараза. Ля, ну надо так. Открою вам еще одно окошко, смотрите. Вот, 1.3, как мы и договаривались. Я нажал. Да ты что? Что ж это за невезуха такая? Пальцы чуть-чуть у меня холодные. Нажал, держим. Двигаемся, двигаемся, двигаемся в новое менюшко. Вот так вот выглядит этот виджет. Видите, в такой столбец. Здесь вы делаете абсолютно то же самое. Название виджета придумываете, вставляете функцию там. Батарея, ток, ну, все, что вам нужно. Всю ту информацию, которую вы хотите знать о своем смартфоне. Вот, вы вставили название, прозрачность, там, цвет выбрали, к примеру, размеры, цвет. Ну, в общем, все здесь настроили, создать. Вот, пожалуйста, вот так вот будет выглядеть ваш виджет. Вы можете его вставить на главном экране своего смартфона. Здесь полосочку освободить. И таким образом вы ее вставите. Надоело вам, пожалуйста, берете, удаляете. Вот такое вот полезное приложение. Я надеюсь, ребята, если оно вам понравится, вы его оцените. Поставьте, пожалуйста, лайк. Я буду вам очень благодарен. Спасибо всем за внимание, ребята. Всем успехов. Оставляйте свои комментарии. Буду рад их прочитать. Всем пока.